И, наконец, третий вариант для хорошо тренированных людей.
И все сначала. Но если в первом проходе мы складывали лотос, допустим, вот в эту сторону, то во втором проходе нам нужно будет сложить его наоборот. Вот. Ну, для человека хорошо тренированного, в общем-то, это довольно просто. Но не нужно покупаться на простоту. Техника довольно эффективная, и поэтому я не рекомендую, чтобы это ни было, переставлять местами. Я не рекомендую, чтобы это ни было, добавлять от себя. Вот делать, как я показал, 4-6 секунд фиксация в каждом положении и свободное, ровное, произвольное дыхание. После выполнения этого комплекса. Первая, вторая или третья версия, неважно. Ни в коем случае не расслабляться лежа. Можно сесть, немножко посидеть в любом удобном положении с закрытыми глазами. И затем двигаться дальше по жизни. И никогда, ни при каких обстоятельствах, пожалуйста, не делайте все три варианта комплекса, вот, как рабочий материал. То есть, если вы делаете первый, делайте только первый. Если вы делаете второй, делайте только второй. Если вы делаете третий, делайте только третий. Все, удачи!